течение последних 50 тысяч лет способность организма откладывать жир помогала человеку выжить. Однако за последние 200 лет изменения в рационе питания и образе жизни опередили возможности генома адаптироваться к меняющейся окружающей среде, вследствие чего в настоящее время миллиарды людей во всем мире страдают от ожирения. Согласно исследованиям, в рацион охотников и собирателей входило около 800 различных видов растений. Сегодня человек в среднем съедает около 3 порций овощей и фруктов в день, что является недостаточным для получения оптимального количества антиоксидантов природного происхождения, фитонутриентов, витаминов и минералов, которые жизненно необходимы для поддержания здоровья. Подвергнутые значительной обработке пищевые продукты, в составе которых рафинированный крахмал, сахара, жиры и масла, часто не содержат жизненно важные нутриенты, но при этом намного более калорийны, чем такие богатые питательными веществами продукты, как фрукты и овощи. В то же время, за последние 30 лет на глобальную эпидемию ожирения и хронических заболеваний повлиял сидячий образ жизни. Сейчас необходимо в срочном порядке искать решения, в основе которых лежит сбалансированное питание и здоровый, активный образ жизни.